Всех приветствую, продолжаем знакомиться с мифологией. Хара Эрис. Хара Эрис – хор старший, великий хор, изначальный бог света, ранняя ипостась хора, от которой позднее произошли другие ипостаси. Изображался в виде сокола, в виде человека с головой сокола или в виде солнечного диска с распростертыми крыльями, летящим сквозь мировое пространство. Священное животное – сокол. Повсеместно ипостаси хора и богов, родословные или иконографии, которых берут свое начало среди представлений о солнечном соколе. Его два глаза, солнце и луна, освещают мир. В зависимости от направления полета божества меняется время суток и времена года. Мы находим этого бога в Дельте, в Летополе, метрополии второго нома Нижнего Египта, в образе правящего сокола, которого древние тексты называют владыкой двух глаз. У него, как говорили теологи Гелиополя, было четыре небесных сына, четыре хора, и чтобы подчеркнуть старшинство и отделить от прочих хоров, его стали называть хором старшим, брат Осириса и Сета, сын или муж Хатхор. В додинастическую эпоху жители Нильского побережья чтили других солнечных богов – Хора и Вера. Хор являлся богом солнца, а Вер – богом неба и света. Но поскольку Вера, так же как и Хора, изображали солнечноглазым соколом, их образы в мифологии часто сливались. Одна из ипостасей Хора постепенно отождествилась с Вером, и в результате чего возникло новое божество – Хар-Вер. Великий Хор – одна из древнейших ипостасей. Его племянник Хор-младший принимает такое же обличие. Оба они могут носить на голове корону Пшент, Хеджет или Атеф. Написание Хара Эрис, согласно Плутарху, является греческим переводом слова Хорвер, что означает «гор великий». Иконографически Хара Эрис изображался в различных формах, в образе человека или человека с головой ястреба, а также в виде короны другой страны и солнечного диска, в образе животного, в виде сидящего на корточках ястреба или льва, а также ястреба с головой льва. Хара Эрис – одна из древнейших форм бога гора, уже упоминавшейся в текстах пирамид. Как форма существа бога Гора, его значение в египетской мифологии также столь же многогранно, как и значение Гора. О Хара Эрис в египетской мифологии ходили разные саги. Вот так вкратце описание из интернета о изначальном боге света, ранней ипостаси Хора, от которого позднее произошли другие ипостаси. Хара Эрис, хор старший, великий хор. Пока-пока, до свидания.